Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Ну что, рассказывайте, как вам батл. Давайте обсудим то, что произошло на батле. И, в принципе, пообщаемся на разные темы. И всем спасибо. Насчет батлов последующих я не могу вам рассказывать, потому что нельзя. Вот. А так. Блин, короче, очень быстро пишите, ребят, я даже не успеваю. В общем, последующие батлы ничего не могу проговорить. Спасибо вам за поддержку. Короче, я немножечко почитал комментарии и много лестных отзывов. Рад, что готовился и получил, собственно. И эти рэпсы тоже привет. Текст на МакКоннена. Короче, у меня такая тема, что я пишу текст, в принципе, там, несколько дней, может быть, ну, там, с неделю максимум. Но все это время я, ну, как бы до написания текста я хожу и, там, думаю, что можно такого рассказать в своем тексте, вот, чтобы это было максимально и с панчлайнами, и интересно, концептуально, там, и так далее. То есть, если брать именно чистое время написания текста, то, наверное, ну, неделя. А если брать в целом, то, там, больше месяца. Всем салют, ребят, да. На подготовку, да, ну где-то месяц примерно там в среднем. И Честер, салют. Спасибо. Влетая, но я думаю, это лучше спросить у ребят, кому он нравится. С ПМом бы не хотелось батлить, но придется. Насчет татух, ребят, я не буду их показывать. Ну вот есть, посмотрите там на руке. Возвращение Джонни Боя, короче, это такое событие, наверное, для русского батл-рэпа, но, скажу честно, меня не очень впечатлил его клип, даже, наверное, больше трек, то есть клип снят круто, от трека я ждал большего как-то. Но это прикольно, что такой персонаж вернулся, и я думаю, что от него будет достойный материал, по-любому будет. Футболку с моим лицом? Зачем? И цитаты ПМа, это всегда очень прикольно. Про баню? Что? Смоки очень крутой ментор, на самом деле, и его многие недооценивают как личность в этом сезоне. Из русских рэперов, короче, блин, сложный вопрос. Ну вот, из последних релизов, я не знаю, можно ли это считать именно рэпом, то есть, скорее, наверное, ближе к R&B. Вот, Кит, очень крутой чувак, прям сильный. Короче, насчет треков. У меня написано несколько куплетов, даже больше, а не треков, в стол. Пока что я ничего не записываю, потому что хочется сделать максимально интересное что-то, типа, ну, достойное, потому что батлы это все-таки не, ну, такая, малость, другая стезя, вот, а творчество именно песенное, это такое, как-то, не знаю, более личное, что ли, вот, поэтому я, короче, работаю над этим, я думаю, что сделаем. И спасибо, ребят, спасибо всем за отзывы. Анана! Во втором раунде... Да, понятно. Челябинску салют. Челябинску салют. У меня там есть знакомые. Вот. Ну, там тот же, допустим, Ваня Электромыш, если его оценивать как челябинца. Вот. Ну, и еще есть группа Трио Грутрика. Это история уральского рэпа. Как вы не крутите. Не из ФБ4 с кем бы. Да, и на самом деле, пока не думал об этом. Насчет слова ЕКБ 23-го, по-моему, у нас число ивент. Вот, для тех, кто не в курсе, я пока что в отпуске как организатор, то есть сейчас стоит по этому поводу писать Максиму Макову, он же очередной картавый. Вот, и приходите по-любому к нам на ивенты живьем, батл рэп это совсем другое, нежели в записи, там совсем другая атмосфера, то есть вы просто проникнетесь этим всем как бы по-настоящему, поэтому по-любому заходите. Тагилу салют. Биты можно, пишите, скидывайте. Любимый батл, блин, трудно сказать. Вы про русские батлы или про зарубежные? Если про русские, то
Наверное, Хай Чейни все-таки, это просто классика, это отличный батл. А если из зарубежных брать, то, блин, сложно сказать. Ну вот из крайнего, что, наверное, пересматривал, может, с месяца назад, под Stay Disaster. Это прямо тоже очень круто. Так, летай. О, Смоки Салют. Тигр. Короче, блин, много очень комментариев. Летай, летай, ну, по-моему, где-то уже, короче, говорил, лично мне не очень нравится, вот, кому-то нравится, это заебись. Червивая нога будет заебись, я думаю, даже, о, отлично. На улице Репина я порой хожу, да, есть такое. Почему столько вопросов про летая, ребят? Смоки, ну сейчас, подожди, я чуть-чуть еще это... Поговорю с ребятами и позвоню. Ну, мам, ну подожди. Ребят, ну, скрипа, мне понравился альбом, да. И некоторые песни я прям заслушиваю. Крутой чувак. Очень музыкальный и со своим стилем. Короче, если вы хотите, то я сейчас тогда, ну, как бы, в принципе, нужно, что тогда уйду. Из трансляции, тогда будет очень много вопросов, о чем мы говорили, и все такое, и будете спрашивать меня потом об этом, и просто, ну, не знаю. Проще сейчас с вами еще поговорим немножечко, и я тогда, наверное, пойду. Короче, все, это все превращается в то, что вы мне пишете, чтобы я позвонил Смоки Мо, и походу дела придется. Как бы, ну, по сути, нужно, потому что, может, очень важно, я такой тут сижу и... наглею, не звоню. Вот, поэтому давайте так, я сейчас уйду и потом вернусь. Да. Сейчас я, короче, тогда позвоню Смоки, и мы с ним поговорим на какие-то темы, видимо, нужные. Вот, и я, короче, вернусь к вам. Вот, поэтому ждите, окей? Окей, все, хорошо, давайте. До связи. Вы хвалите, что вы поддерживаете за прошедший батл, в принципе, потому что, ну, если бы этого не было, наверное, я бы не был настолько заряжен, чтобы делать батлы. Да. Hey, Dick Nice, салют. Вообще всем салют. Насчет там вынесу всех, ребят, не нужно загадывать, потому что может быть всякое совершенно, и батл рэп такой жанр, где каждый может каждого убрать, поэтому не нужно торопиться с какими-то догадками и прогнозами. Вот. Всем спасибо. Надеюсь, что сейчас будет все нормально. Пытаемся всеми силами вместе со Смоки Мо потранслировать для вас. Я вот еще раз вас буду пытаться его добавить в себе в трансляцию. Уже что только не сделал для этого. Подписался, подписался. Майлз крутой чувак, я думаю, что он будет расти на этом батле. Насчет того, что было бы, если я был бы там в другой команде. На самом деле, я когда шел на проект, у меня там... Антоха, салют! Короче, когда шел на проект, я думал, типа, там, кому лучше, у меня там как бы спрашивали, вот, я... О, по ходу дела... Да, все есть. Есть эфир. Наконец-то, инста бьючит, пипец просто. Наконец-то у нас... Что ты говорил, договори про Майлса, что-то, да, ты говорил? Да, что, короче, Майлс это молодой чувак, который будет развиваться по-любому. Майлс, да, Майлс крутой. Ты как-то подвид к Смоки. Братан, это Инстаграм, это Инстаграм. Сегодня какая-то с ним хуйня происходит. Да. У меня потому что нет, нормально работает. Я приехал только, короче, видишь, бля, вообще, как дикарь, нахуй. Ты в Москве, да, уже сейчас? Да, я уже в Москве, я туда-сюда, по-быстрому. Я сегодня на поезд еще опоздал. Короче, подвисаешь. Короче, было весело. Сильно, да, подвисаю? Я, короче, тебя слышу через... Вот, если честно, у меня как бы Wi-Fi робит, все, он типа нахер его знает. Это Инстаграм. Вот. Это голуби, вот, блядь. Я надеюсь, что у людей нормально все не виснет. Братан, это голуби насрали. Ну да. Я начал
ответил, что когда, короче, я как бы думал, кому идти, я как бы понимал, да, что там может там Мирон там шарит в батл рэпе больше, чем Смоки, но в то же время как личность Смоки, скажем так, не сильно, поэтому я, мне было особо без разницы, и сейчас я уже у себя пистине, что я очень рад, что я в команде Тигров. Вот. Это искренне, да? Не потому что сейчас тут Смоки как бы смотрит на это все. Он как бы знает, что я честно это сейчас, короче, говорю. Блин, ты тоже виснешь. Короче, я ухожу из эфира, потом как-нибудь увидим совместный эфир, потому что это невозможно. Так. Смоки подвис. Ладно. Салют, брат, салют. Я пошел в свой эфир, если что, заходи ко мне, тут все виснет. Блин, херово очень, что ты виснешь, короче. Я просто не успеваю ничего понимать. Сектор, ты... Конечно... Жесткий. Нет, в принципе... Могу... Кендрик или Натур... Блин, это очень такая странная постановка вопроса. Очень странная. Но вообще, типа, если честно, если брать чисто творчество, то Кендрик мне ближе. Вот. Но опять же, как личность, как Бигги, если вы не смотрели фильм про него, то гляньте стопудово. Это, наверное, мой любимый фильм, который... Именно сделан по, ну, как бы, как биография. Короче, что-то Смоки вообще завис. Ну, у вас 300 человек почти что. Обалдеть. Думаю, что мы попробуем еще раз. Так, кто будет писать плохие вещи про Смоки, тот полетит в басню. Да. Ну, правда, короче, правда виснет. Я не знаю, кто уже, короче, по себе всегда. Прям горячи. Прям вот заставляет. А что про ментора? То есть я уже сказал, что я рад, что я в команде. Очень рад. Вот. И это типа Бекта к Мирону. То есть у них своя команда, у нас своя. И я на самом деле рад, то, что так. В батлах именно знаний там. То есть такой, наверное, как бы телефон, но вот... Да, короче, если я выиграю, я себе куплю нормальный телефон, ребят. Обещаю. Обещаю. Так. Если ты Владу в комп... Ну, короче, Владу я проиграл, я считаю, в комплимент батле, но не знаю, как все будет на нашем обычном батле, потому что, ну, как бы, вообще не хочется батлить с Владом. Честно скажу, не хочется, но придется. И батлы... Вот, хороший вопрос. Финал по-любому между Картавым и Браги, потому что если вы следите за Фрешбладом, а вы, очевидно, за ним следите, вы уже знаете, кто такой Браги. Вот, и... Я считаю, что его выступление в нашем финале против Картавого — это лучшее его выступление, в принципе, наверное, до сих пор, скорее всего. Вот очень нравится, и вот гляньте по-любому. Самый трудный батл, наверное, был, скорее всего. Но, наверное, еще более часто это просто не вспомнить. Летай номер один. Ей. К девушкам в батл-рэпе? Мне нравятся западные некоторые девчонки. Относятся, то есть, ну, это, наверное, нужно спросить у тех, чье мнение вам интересно. Я отношусь, ну, так, что, типа, для меня в этом плане полов нету. То есть, если ты, как бы, круто читаешь, неважно, какого ты пола. Вот, но...
на российской сцене, именно среди российских батл рэп девушек, как это сказать. Просто я не люблю слово рэпершо. Вот. Ну, не потому что там две буквы «р», а в принципе, даже не знаю, но так вот сходу. Ну, Юля Киви, конечно, там свое местами выдает неплохие вещи. Мозин на бите, я считаю, сделал не так плохо, как хотел с какой-нибудь девушки. Я сказал себе баста, серьезно, и я не хочу этот панч декодить, мне кажется, это очевидно. Я не уснул на траве. Я просто кайфовал, потому что в Питере очень круто. И я, Настя, привет. Так. С Родой я не общаюсь, но он хороший чувак. Короче, очень много комментов. Я сейчас пытаюсь все прочитать, успеть. Ну, сейчас уже не так много, поэтому нормально. Сам себя запанчил. Ну, блин, я считаю, что самоирония – это необходимая черта для батл-рэпера, потому что без нее никуда. Можно, мне кажется, без самоиронии просто помереть. Чувачок, чем еще занимаешься? Я работаю. Ах, вещи. Ребят, давайте без вот какого-то негатива к другим людям. Печка, серьезно. Короче, в Тюмени я, к сожалению, не был, но я надеюсь, что я там побываю. Лучший город на земле – это Пышма, поселок Шма. Правда, это, короче, поселок городского типа, но тем не менее. Ненавидишь? Я никого не ненавижу. Это плохое чувство, ребят. Так. Wonder Alex. Я вижу. Я не звезда. Так. Привет. Короче, я не знаю, как сейчас. У меня сейчас, короче, нормально все пашет. Я вижу чат. Вот, но... Короче... Вот, хороший вопрос про то, почему я был такой злой на батле. Там, посылал нахуй, короче, там, тыкал факи и все такое. Это такая, на самом деле, скользкая тема. Короче, просто, ну, было много батлов до этого, вот. И этот вот командный дух, противостояние, общая атмосфера, да, то есть я только на ивенте узнал, что команда противников называется «Голуби», и, к слову, мой панч про голубей в первом раунде — это чистой воды совпадение, то есть чистая удача, что совпало так, что они, короче, себя так назвали. Вот, и, в принципе, ну, как бы без какого-то там лишнего негатива, но на тот момент я вел себя, естественно, в рамках ситуации. То есть у меня нет там какого-то хейта жесткого к ним и к Мирону, и к Джону тем более, но вот на тот момент меня прям плющило, и мне хотелось их убивать. Вот. И, как бы, надеюсь, вы меня поняли. За Б. Тюмень, насколько я знаю, довольно-таки развитый и красивый город. Вот, и я думаю, что я побываю. Я помню, что филиал «Слова» в Тюмени даже появился раньше, чем наш, но закрылся. Кого ты считаешь достойным представителем батл рэпа на данный момент? Ну, много крутых чуваков, по-своему талантливых и... как бы талантливых в каких-то определенных параметрах, скажем так, батл-рэпа. Вот. Тут очень долго перечислять. Вот. Допустим, там очень нравится, как он пишет, как он подает, как он рифмует. Вот. Там PM мне очень нравится, как он подходит к батлу в плане деконструкции. То есть, это я вот как раз недавно пересматривал их финал. Сектором, и PM там тоже сделал очень круто.
Вот, и, блин, ну, много чуваков. Тот же Deep, я считаю, против Plain Dead сделал жесть. То есть, мовец против МЦ всех МЦ меня просто очень жестко, короче, порадовал. Это было просто мясо. Мне очень нравится мовец. Да, за сектор обидно, но... К Мирону отношусь хорошо. Короче, я не видел момент, когда Хайд и ЗБ встретились, но вообще, мне кажется, они были рады друг другу. Особенно, мне кажется, ЗБ был рад увидеть отца. Ну, типа, кто был не рад увидеть отца? Зрителям на слово ИКБ можно попасть легко, просто купите билет и все, то есть, или там на входе можно взять. Поэтому, если вы живете у нас в городе, и вы все еще не ходили к нам на слово, я не понимаю вообще, как это могло так произойти, потому что у нас очень интересный ивент. Может, музычку какую-нибудь так фоном хотя бы нарубить? Чтобы вот Кида как раз включил, сегодня уже говорил о нем. Так. Короче, насчет интервью тоже спрашивают. Я скажу честно, я не помню. Мне кажется, там была, в общем, какая-то заминочка у нас, и из-за этого пришлось делать монтаж. Но там нету ничего такого криминального, по-моему. То есть, чтобы вас там как-то удивило, такого там не было ничего, вот, но пришлось монтажить. Оксимирон, такие вы, обладает, короче, ну, блин, не знаю, мне нравится песня, знаете, какая она называется-то, где начало, типа, да-да-да, я на бите. Такая старенькая песня, на драму, неплохо так качает, хорошо. Про кроссовер пока рано думать. Аква или Курьер? Не буду решать, но если брать творчество, то я слушаю больше Гошиных песен, но Андрей очень яркий музыкант, очень яркий персонаж, и ему тоже респект. Короче, в Питер я бы хотел переехать, и я думаю, что я буду эту цель осуществлять. И Панда есть Бенгусили. Только сейчас, короче, прочитал Томми Сектора, как-то медленно почему-то читаю, но Сектор, конечно, очень крутые. 23-го я буду на ивенте, вот, поэтому, если вам принципиально, чтобы, типа, вы не придете на ивент, если там меня не будет, то приходите. Но, мне кажется, это так себе, короче, типа, причина идти на ивент, нужно, мне кажется, идти из-за батлов, а не из-за того, что я там буду. Никита Грули сделал прикольный батл на крайнем ивенте у нас, я думаю, что у него есть потенциал. Почему на встрече со Смоки у тебя было такое лицо, типа, какого хуя ты делаешь? Тоже, кстати, очень хорошо, что вы это спросили, потому что я даже уже забыл об этом. В общем, я писал сайфер у себя в голове. Вот, как бы, так получилось, что я не мог послушать бит до дня записи трека. И я писал, ну, плюс я как бы сам по себе такой человек, как бы, он так скромный и не особо разговорчивый. К слову, на дальнейших корпоративах я постараюсь более общаться с народом, скажем так, там, с камерой. Вот. А так, то есть, если вы думаете, что я там как-то стеснялся, там, типа, чувствовал себя лишним в этой тусовке, нет, просто так вышло, короче. Вот. Плюс там все равно же был монтаж, то есть, что-то вырезали. Вот, где-то мои рассуждения, то есть я даже писал в Твиттер, что я там в один момент объяснял всем, почему я там считаю крутым ПМа, это вырезали, вот, поэтому тут все на совести организаторов. Так, я очень надеюсь, что сейчас я долистаю до конца примерно хотя бы. Жизнь хорошо, ребят, спасибо, что спрашиваете. Что случилось с Royal Music? Блин, столько лет, короче, прошло. Вечера видел, вот, недавно, кстати, и Степа тоже видел недавно, он вроде все круто. Мы были на концерте вечера, и это было, наверное, короче, максимально вообще такая, знаете, душевная тусовочка. Шапка, да, шапка норм. Самый сильный МС в команде Смоки, блин, это такой, знаете, вопрос
на который очень легко, на самом деле, ответить. Вот, как бы, Влад, по-любому Влад. Влад и без вариантов, то есть Микси, Летай, крутые новички, но если брать вот на данный момент по опыту, по проскиллованности, по всему, что самый-самый крутой. Мой псевдоним — это сочетание слова Гриша и Параноик. Так, короче, ребят, я пытаюсь долистать. То есть... Кто-то уже купил билеты на ивент, а все равно как бы спрашивает. Псевдоним, потому что, ну, короче, я его придумал, я не думал о том, что я его не смогу выговорить толком. Вот такой вот поступок амбициозный. Какие рэп, по твоему мнению, сильные, как МС, странный вопрос. Приятный вообще не с ФБ, блин. Короче, мне очень нравится... Палм Дропов, потому что он постоянно бухой и позитивный, короче, вот. Салют ему, вообще, блин, короче, чат подвисает, ребят, я стараюсь чать. Да хватит уже писать про Микси, что его нужно, короче, разъебать. Цветной, ну, ребят, это обычный оборот, тут ничего не нужно объяснять. Так, короче, я пытаюсь листать чат. Раз, вроде немного. О, трек прикольный. Рвать на битах, качественная картинка, и есть хорошие батлы. Мне очень понравился батл. По накалу именно, короче, прикольный батл между Лёвой Сюхой на полусогнутых и Мози и Алфой, короче. Вот. Прикольные выступления у Mighty D против SD и Дуни, там много было прикольных панчей. Ну, короче, ну, Шум там с Гокилой, само собой, тоже крутые чуваки. Так. Вот Честер тут, короче, спрашивает, кто лучше, Оксимирон или Влад Павлов? Блин, очень трудно выбрать. Из американского рэпа что посоветую? Блин, смотря что ты слушаешь, какой тебе нравится, скажем так, поджанр, какие тебе нравятся песни, да, то есть я слушаю разный рэп, поэтому в Казахстане не был, но хочу. И те, кто знал Тентасьона, молодцы. Обожаю, кстати. Батлить просто я, скорее всего, буду, но пока не знаю, как с кем и все такое, потому что, ну, блин, я чувствую, что фрешблат может растянуться на долг, и мне батл рэп зайдет. Вот. Но я люблю батлы, поэтому, скорее всего, буду. Ты батлил не Джона, а Мирабельна, не согласен. Значит, ментора не имело значения совершенно. Лучше панч отца... А теперь ты, мразь. Да нет, на самом деле, я даже не знаю, какой. Из стеньких что-нибудь, наверное, можно подумать. Спасибо вам, Борис, ваш план. Спасибо. Спасибо, ребят. Менторы нужны, потому что так и так нужен, короче, лидер команде. Я думаю, что, ну, в принципе, как бы это интереснее. То есть, интереснее, чем проводить очередной сезон просто, где каждый сам за себя. Тут, короче, командный дух и такие вот всякие закулисные вещи, о которых я не могу говорить вот так вот в эфире, короче, они просто заставляют тебя готовиться в 3 раза сильнее, чем на обычный батл. То есть ты чувствуешь ответственность не только перед собой, но и перед командой. И это очень круто на самом деле. Цветущее дерево, но, блин, это Екатеринбург. Вопрос. Про камбэк Джонни Боя уже сказал. Меня не впечатлил трек нисколько, но удачи ему. Думаю, не все ожидали этот трек на моей трансляции. Потому что я же рэпер, да, то есть слушаю. Ой, блядь. Публика, кстати, на Версусе очень хорошо поддерживает, как вы видели на моем батле. Кстати, я вообще вот тоже, я не очень не ожидал, что будет настолько крутая поддержка. Вот, я прям был в шоке. Я был в шоке от того, какие строчки заходили. То есть, да. Монеточка, заявись. Вот этот трек прям вообще супер.
Да, ЕКБ. Ходу дела забанил чувака. Наконец-то. А может и нет. Короче, ребят, давайте без оскорблений. Это все очень беспонтово. Так, короче, Новосибирску тоже салют. Самый сильный в команде противников это ПМ, однозначно. С ПМ мы общаемся, но, честно говоря, особо не обсуждаем, что происходит. Просто нам есть на самом деле о чем поговорить, кроме батлов. И батлить я начал, если считать фристайл батлы, то давным-давно, году в 2007, наверное. Вот. Рикев, чувак с ЕКБ, этим все сказано. Нет, ну, на самом деле, мне нравятся его некоторые батлы. Допустим, даже батл с Хосом, несмотря на то, что он там проиграл, мне нравится. На лавке подвисает, да. Не 32. Просто, короче, подвисает еще, плюс ко всему. Вдохновляюсь, ну, мне нравятся зарубежные чуваки, зарубежные баттеры. Спасибо за батл, разъебал. Вам спасибо, ребят, за поддержку. Майлза увидите сами. Трек Yellow Wolf Gone. Очень старый его трек. Кстати, вот, вы спрашиваете, кем вдохновляюсь. Yellow Wolf, один из рэперов, наверное, моих самых любимых, даже, наверное, из музыкантов больше, да, то есть особенно сейчас, когда он начал мешать, вот, обожаю. Этот трек, он прям такой старенький, вот, и при этом в нем есть вот этот вот дух Алабамы, на мой взгляд. Нет, я слушаю и русский рэп тоже, то есть, как бы, мне на самом деле с английским не так уж все круто, чтобы слушать только зарубежный рэп. Вот. И ну, обычно, если как бы мне нравится песня на слух, там по энергетике, я стараюсь там, найти, короче, перевод всегда прочитать, ибо сейчас я считаю, что в наше время найти перевод для трека это, ну, как бы не проблема, поэтому я не понимаю рэперов, которые оправдывают то, что они там не слушают западный рэп своим незнанием английского, потому что, ну, блин, сейчас это, я считаю, совершенно не проблема, вот, и зарубежный рэп слушать нужно. Света, привет, в смысле, что такое произошло? Новая школа, именно кто из исполнителей? ЛСП слушаю, могу включить. Кое бы из треков-то, даже не знаю. Но мне очень нравится ЛСП. О чем будут драки твои? Ну, в общем, типа, вот я вот как бы пишу песни, и я хочу, чтобы они были максимально смысловые. Вот, потому что у меня из старых песен очень много там всякого трэша, смешного там, и чего-то такого несерьезного. Хочется все-таки делать музыку хотя бы немножко соответствующую моему возрасту и к чему-то, не знаю, что-то вам рассказывать о жизни интересное. Поэтому посмотрим, ребят. Номера. Это типа такой подкол, ну, в плане, что скандал этот был. Синие, ну, синие, плевок вечности, вот давайте, вот, да, вот, плевок вечности, я согласен, это прям хорошо, весело, задорно. Команды общаются, то есть, это может быть на батлах, кажется, что мы там такие все на хейте там и все такое, на самом деле, все нормально, ребят. Рефрижератор. Киева. О, Света, перестань. Я такой же, просто я побатлил на Версусе. Ну, это прикольно, что вы как бы смотрите салют твоему молодому человеку. Ребят, некоторые коменты, конечно, меня просто поражают. Рост, короче, я низкого роста, ну как низкого, 170. Всем спасибо на добром слове, ребят. Короче, фиты, вероятно, будут. Просто нужно, короче, поймать плевок. Ну нет, короче, типа, фит — это как бы такая вещь, которая не должна, ну, на мой взгляд, происходить так, что типа там люди просто там обменялись демками и все. То есть прикольно, когда это типа процесс. То есть вот в этом плане мне нравится наш сайфер. Короче, очень нравится наш сайфер в том плане, что это было вот такое, знаете, типа результат творческого процесса. То есть, как бы он кому-то бы там не нравился, но и как бы, допустим, я там самокритично не относился там, к своему куплету, но это был прикольный итог нашего дня командного, и, на мой взгляд, почему нет? То есть, не стоит к этому там относиться как
к треку, который там претендует на Грэмми, то есть, знаете, типа, что, о, там, Cypher. Ну, это просто трек, записанный несколькими рэперами. Вы без голода, ребят, ну... Микси. Бля, некоторые комменты... Да, конечно, это просто жаришка. Что-то пытался банить, но больше не буду. К МакКоннону, да, нормально я к нему отношусь. Я ко всем из команды соперников, как к людям, отношусь нормально. Инстаграм. Кстати, как вам ремикс ЛСП на Фейса? Мне кажется, лучше, чем этот оригинал. Кстати, вот каюсь. Я пока не слушал Канье Скади. Надо, короче, послушать. Фанфики я не читаю, но мне порой рассказывают, что там пишут, и я просто хватаюсь за голову. Что с вами происходит, ребята? Вот как вам вообще это? Вот просто зачем? Зачем вы это все пишете? Записки. Батлер на Версусе. В смысле, в целом. О, насчет песни. Насчет песни на ТНТ. То, что спросили, я не смотрел все. Смотрел только выступление Сереги и еще несколько выступлений других, как бы, чуваков. Вот, и меня удивило, что плагиат, как я понял, на этом проекте имел место быть и, скажем так, нормально так имел место быть. Вот, в том плане, что трек Post Malone был сбайчен так вообще нормально. И что-то еще. То есть я пока не особо вот этим погружался, но меня просто удивило, что, казалось бы, ну, сколько ж можно-то. То есть уже столько раз Blackstar хватали за руку в этом плане, но до сих пор. Вот. А так Серега, на взгляд, заслуживает большого тура гастрольного и огромной аудитории. То есть мне нравятся его треки. Кстати, сейчас можно что-нибудь включить. Из того, что мне нравится... у PLC. Вот. Поэтому я очень рад за... Очень хочу, чтобы он развивался. Вот. К слову, был на его концерте у нас в городе. И это было очень душевно. Вот. Этот трек. Отличный. Так. Я понимаю, ну, фанфики такая вещь. Она какая-то максимально пидерская. И я... Я не люблю это. Короче, насчет того, что грузит для меня то, что я там для многих фаворит, да. Скажу честно, я не хочу вот этого какого-то чрезмерного... Ну, как вы знаете, просто уже были такие ситуации, да, когда там много надежд возлагали на участников, и они в итоге делали на том же уровне вроде бы, но люди... Такие типа, о, там не то, там, раньше было лучше. Вот я типа не хочу такого же для себя, но я понимаю, что это, скорее всего, будет. Вот. И, к слову, я не считаю, что я там супер там бог батл рэпа после этого батла. Мне удалось сделать хороший батл, я буду как бы стараться сделать еще лучше. Поэтому спасибо всем, кто поддерживает, кто адекватно это дело воспринимает и. Рад, перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау.